Мрієш стати професіоналом? Венгеналь. Приходь на кастинг наймасштабнішого кулінарного шоу України. Це асен реалітат. А, ужасний день. Лиш би мене не нарядили. Мы зашли на кухню мастер-шеф, выстроились перед судьями. Безбочарных! Сине, вы угодили детям, выполнили их заказы. Молодцы! Спасибо! Спасибо! Спасибо. Поскольку вы победили с таким отрывом, мы решили сделать вам подарок. Капитан, Данила, в твоей команде два владельца черных фартуков. Выбери из них одного человека, который сейчас этот фартук снимет. Неплохое послабление, неплохое. Я надеялась на то, что он выберет Вику, так как в тот раз, мне кажется, он нечестно одел на Вику черный фартук. Это был не очень правильный выбор, когда я надела мне черный фартук. Я даже долго буду не думать, это будет 100% Вика. Он как бы чувствовал какую-то вину перед ней, что ну, как бы он ее одел, и потом все так его гнобили, что ли. Ну, чтобы типа мы его не побили, он на всякий случай снял с нее. Я обязан это сделать. Выходи, снимай. Это прекрасно, Даня. Поменялось мнение о Киви, он молодец. Он правильно решил, как бы молодец, он не в крысу ее оставил. Я Саша Диамерштейн. Малеха слезу пустил, конечно, ему обидно, потому что он больше работы сделал. С Вики снял фартух, чтоб я ушел побыстрее. Ну что ж, этот фартук твой, держи, поздравляю тебя. Чудесный белый фартук. Просто обожаю тебя. Муа! Ну что, Синя, поднимайтесь на балкон. Синюю команду отправляют на балкон, они бегут на балкон счастливые, и мы стоим возле ковушка. Голосование. Капитан. Влада, пробач, ну, ти зробила одне тірамісу і зробила коктейль за 2 часа. Тірамісу, да, було вкусне, но одне воно. Накануні у нас в отелі Козирь Тамашев, Циля настраивали людей, за кого голосовать. Они сегодня перед съемками там, ходили там, между собой, там, ну вот-вот, мы голосуем за Владу, мы голосуем за Владу. Влад, смотри, как-то делать одно тирамису, ну, это не уровень. Я голосую за тебя. Хочется взять и вот колышком вот этим дать в глаз. Влада, извини, но за 2 часа сделать тирамису и сгорели палочки Савоярди, Влада, извини, но помой Господи тебе. Это не мои были палочки Савоярди. Она изменилась в худшую сторону. Она стала меньше со всеми общаться. Она стала там перешукиваться с другими. Влада, ну за 2 часа тирамису и рис, ну это смешно. Влада, все нормально. Все нормально. Тирамису, за которое проголосовали. Я не считаю тебя виноватой, все. Все будет нормально. Козырь против меня, потому что, видимо, Козырь видит во мне сильного соперника. Мне кажется, то, что Козырь просто меня боится. Я хочу проголосовать за Катю, потому что она готовила борщ, и он не понравился человеку. Я голосую за за Катю. Извини. Раз команда проиграла, значит, где-то были недочеты, как по моему мнению, капитана, где-то он упустил, где-то что-то не там поставил людей. Может быть, нужно было больше внимания. Я с тобой согласен, Николь. Я голосую за своего помощника, так как у нее первое тесто не получилось, второе сгорели савоярди, и она сделала фруктовый салат, и все.
Катя. Вова, мой голос тебе ничего не даст, то есть у тебя и так нету ничего. И не обижайся, я знаю, что ты будешь дуться ходить ночью. И этот голос, я хочу, чтобы он только смотивировал его работать лучше. Ты можешь лучше, ты король десертов, и заварной крем ты умеешь делать. Назвал меня королем десертов, так что все. Это было самое главное для меня. Подсчитываем голоса. У Бомморозика один, у Матричука один. Четыре. У меня четыре и у Кати один. Ответ очевиден, то что у меня черный фартук. Все нормально, все, ты справишься, ты не боишься. Ладно, все хорошо, не волнуйся. Влада уже расстроилась, вот за что-то у нее начинает уже течь. Команда, поднимайтесь на балкон. Все, Николь, ты должна. Ну, Ванюша, ну. Поднимают нашу команду, черные фартухи остаются. Саша Диаманштейн, ты у нас единственный в черном на балконе. Спускайся. Я так не хотел туда спускаться. Ну, елки-палки, лучше по мне забой. Да в следующей серии аж вспомнили. Да успокойся. Смотри меня. Успокойся, умоляю тебя. Выдохни, ты справишься. Не переживай, все будет хорошо. Умоляю тебя, пожалуйста. Ну, хватит, я тебя умоляю. Ты держался все время, а теперь нет. Диаманштейн уже заливается просто. Саня, ты что, все нормально? Владу чуть-чуть трясет такое. Она как будто проверяла все свои рецепты, что у нее были в голове, в одну минуту. И там еще вставил, типа, все, это капец, это конец. Все. Один из вас сегодня будет работать на этой кухне в последний раз. А может быть, и не один. Ребята, все зависит от вас. Вашей смекалки, кулинарного чутья и ваших рецепторов. Саме від ваших рецепторів залежить, чи зможете ви обирати необхідні продукти та приготувати задумані нами страви. Зараз ви по черзі будете заходити до ресторану. Там кожен з вас з пов'язкою на очах скуштує 5 інгредієнтів, з яких складається ваша страва. Потім у вас буде 5 хвилин, аби відшукати ці інгредієнти в коморі. Комора закриється, і лише після цього ви дізнаєтесь, яку страву вам потрібно приготувати. Ось тоді ви і зрозумієте, чи правильно ви обрали продукти. Якщо так, все чудово. Готуйте точну копію страви. Якщо ні, то вам доведеться фантазувати та імпровізувати, адже в результаті ваша страва має за смаком та презентацією нагадувати оригінал. Ну що ж, до зустрічі в ресторані. Первым пойдет в ресторан. В ресторан пойдет первым. Пусть это будет Николь Ронке. Мне завязали глаза, я уже такой слепой крот. Николь має приготувати овочевий мільфей з баклажанів, редису, ріпи, гарбуза та помідорів. Помідор. Хрустит. Морковка, наверно. Вкус очень знакомый, но мне такой вкус не очень нравится. Речка стоять. Мягкое какое-то, водянистое. Что это? Может, это дайкон? Не знаю. Я четко себе понимала, что это у меня есть три продукта. Редиска, помидор и морковь.
что из этого правильное, я не знала. Я выходила такая уверенная вся. Все хорошо, все супер. Ушла. И выходит вот так вот. И поэтому ничего не угадаешь, сложно или не сложно. А вторым пусть пойдет Ваня. Иди, хорошо. Спасибо. Страва Вані – рол з цукіні з гарбузовим пюре. Хлопець має відгадати фенхель, ріпчасту цибулю, печериці, цукіні та гарбуз. Це дуже схоже на тикву. Дуже. Мені здається, це гриби. Це схоже на редиску. Ох, лучок. Последний ингредиент вот я попробовал. Вот очистишь зубы, вот паста. Выходит такой тоже гордый. Я все понял. Я все понял. Умник. Третьим иду я. Завдання Саші – приготувати перець, фарширований спаржею та овочевим пюре. Його компоненти – броколь, спаржа, болгарський перець, капуста романеску та селера. Угу. Ніяке таке тверде, капуста цвітна. Ти дуже похожа на кольорабі. Кольорабі. Капуста. Від капусти кольорабі. Огурец. Это огурец. Что-то сочное и такие тонкие, что это может быть со шкуркой. Болгарский перец, что ж еще? И последнее. Оно было нежное такое, как пекинская капуста. Очень нежно, пекинка прямо. Спасибо большое. Дальше Влада заходит. Я беру там что-то, щупаю, там как-то пробую. Сейчас. Что-то такое знакомое. Владі потрібно приготувати вегетаріанські голубці. Для цього необхідна савойська капуста, болгарський перець, печериці, пастернак та хрін. Ага, это хрен. Это грибы, это шампиньоны. Ну что-то такое, ну, непонятное. Ладно, сейчас. Это сельдерей, квартал сельдерея. Болгарский перец. Я выхожу, у меня все хорошо. На ваших столах є набір спецій, зелені та різні види олії, які допоможуть вам у приготуванні. На пошуки продуктів у коморі у вас є 5 хвилин. На роботу ми дадим вам 45 минут. Время пошло. Мы залетаем, берем эти противни. Дети с голодного края. Мы берем и пробуем абсолютно все. Мое. Фу, гадость. А что может быть по вкусу пасты? Влад, помоги. Я не буду тебе помогать. Это вот эта капусточка у меня? Нифига подобного. О, вот это походу хрен. Ребята, это что? Дайкон это. Слава богу, то. Мой пацан.
пекиночка. А потом выбегает Табышев. Он открывает. Я все угадал! Я все угадал! Я все угадал! Смотри, значит, это пюре из тыквы и пюре из грибов, завернутое в листья вот этой фигни. Там нету листьев фенхеля. Что, не видно? А это что? Это кабачок. Пипец. Вот ты угадал. У тебя есть кабачок? Тамашев, ты не угадал. Поздравляю тебя. Это не кабачок, чувак. Я смотрю на блюдо и понимаю, что я не взял цукини и не ту породу грибов. Это что? Что это? Николь, пожалуйста, справься! Боже! Какая-то арбузная редиска, репа, тыква, баклажан, поджаренный, неподжаренный. Там были абсолютно другие продукты, кроме редиски и томата. Ника, что ты угадала? Помидор! Не трогайте Нику, все, пускай готовит. А у Николь было самое легкое блюдо. Фаршированный перец с пюре и с елочкой. Так назовем это так. Гадина ты! Блин, а в мене только один продукт совпадает. Ха-ха! Такий здоровый перцяка. Назовем его так. Так это капуста, блин! Голубцы. Какие-то вегетарианские голубцы. Значит, голубец завернутый в савойскую капусту, внутри которого, значит, там пастернак с грибами. Влада, ты все угадала? Да! Да? Вроде бы! Моя радость, молодец! Я только капусту, короче, не угадала! Влада. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Бено, ти молодець, що відгадала 4 інгредієнти. Але як ти будеш робити голубці без капусти? Я візьму пастернак і зроблю із пастернака слайси, їх залью кипятком, вони чуть проваряться, і я в них заверну вже готове, у мене є пюре із сельдерея. Ага. Вот. Хорошо. Ой, із пастернака пюре, боже. І дуже вкусно. Да. Удачи. Да. Наши маленькие кулинары очень стараются, чтобы вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите ни минутки этих невероятных эмоций.